Мы снова в Форесте, друзья. Всем здорово, и сегодня продолжаем смотреть самые интересные постройки The Forest'а от вас именно, от подписчиков и, конечно, от друзей, знакомых. И сегодня посмотрим вот такую крепость. Находится возле яхты, и тут есть какие-то переходы, все сделано из камня и чуть-чуть из дерева. Интересная крепость, довольно небольшая, но смотрится очень внушительно, и я сразу вижу главный вход. Вот в чем беда построек, я очень долго ищу главные входы, но сейчас я нашел очень быстро, и можно отсюда зайти спокойно. Ну, практически, кстати, спокойно зашел. То есть здесь какой-то есть перепад, и нужно маленько прыгнуть. И заходим. И тут у нас сразу много лестниц. На переходы куда-то и куда-то неизвестно. Тут, в принципе, у нас есть сразу поспать, сохраниться. Это тоже хорошо. Есть чуть подальше костерчик, можно разжечь и, конечно, покушать. Что нужно в Форесте? Покушать, поспать и сходить по нужде. Вот и все. Можно положить мяско. Разработчик тут довольно много себе налутал интересного. Есть динамит и, конечно же, есть еще все виды топориков. Все, что и нужно. Можно присесть и отдохнуть, рассказать друзьям, где ты сегодня был, в какой пещере и кого ты сегодня увидел. А может, кого-то и спас, возможно. Забыл закрыть дверь за собой. Пардон. Закрыли дверь и поднимаемся. Нет, нужно не подниматься. Посмотрим первый этаж. Что у нас на первом этаже? Ох, май гад, тут сразу какой-то обрыв и много-много камней. Обалдеть. Интересно сделано. Спускаемся уже по скале вниз и куда-то интересную, наверное, куда-то в подвальное помещение, где у нас много абориген. Там у нас есть вода, там пристань, где можно подводную лодку сюда. Подводная лодка приплыла, поднялась тут, и тут реально довольно прикольно. Только в Форесте нет подводных лодок, и, конечно же, это косяк разработчиков. Но, кстати, есть плот. Тут у нас оружейно. Обалдеть, сколько тут оружия, всякого разного добра, много копьев, но нет мишеней. Копья есть, мишеней нету, есть мочи, много катаны. Все поставлено маленько криво, можно было чуть поровнее поставить и гораздо было симпатичнее. Есть стрелы, можно их набрать и, конечно, взять топорик, который у нас уже есть. Тут у нас что есть еще интересного? Есть ледорубы, есть, конечно, пистолеты. Не очень большая оружейная, но, в принципе, все, что главное нужно в Форесте, тут есть. Можно взять. И выходим, спускаемся дальше, то есть к нашей пристани. У нас тут есть, ох, у нас есть костерчик. Костерчик обожгем, и подводная лодка сейчас здесь поднимется. После того, как мы разожгем костерчик, как-то освещение сразу меняется. Я смотрю на скалу, и сразу как-то освещение падает вниз. Тут можно подойти, посмотреть. А вот если можно было сделать отверстие вот тут, можно было с помощью плода сюда приплыть. Это довольно прикольно. Разработчик, послушай и, конечно же, надеюсь, ты обдумаешь решение. Возьмешь топорик или динамит и просто взорвешь вот эту стенку. Взорвется стенка, и, конечно же, будет дырка. Тут, видите, можно, друзья, спокойно поплавать под водой. Нет, не плаваю под водой, но, в принципе, акул здесь тоже не будет. Или, возможно, акулы все-таки через текстуру проходят, я это не знаю. Животное не пробегает, но вот акулы, возможно, пробегают через текстурку. Это был у нас самый низ. И крольчатины, сколько тут, обалдеть! Ух, миленькие кролики, бегите отсюда. Пока разработчика нет, пока разработчик убежал, вы бегаете. Ух ты, сколько вас тут. Кстати, их можно отпустить, и сквозь текстуру они не убегут. Они будут бегать именно вот тут. А давайте, друзья, сделаем это самое. Мы возьмем всем кроликов и все дружно отпустим. Бегите, мои хорошие. Вас тут сколько много, мне бы вас только не задавить. Ух, сколько тут много. Оси-поси, обалдеть. Какая милота. Если милота, нажимай палец наверх. Если тоже считаешь этим поступком милым. Есть водичка, можно попить. Потому что чувство разработчик меня просто уничтожит. Что мы выпустили всех кроликов? Сейчас они будут танцевать мне. Мне кажется, что-то они как-то не убавились. Ну, то есть не прибавились. Ну, довольно тут много. Как они... О, загорелся, они только меня не подпали, кролик. Обалдеть. Он сгорел, бедный кролик, нужно его похоронить. У нас нет лопаты, чтобы его похоронить. Хорошо, кролики пока что наши бегают, пускай они бегают. О, еще один загорелся, черт возьми. Это как, знаете, крыски бегают в огне. Прям в каком-то фильме, не помню. Ну хорошо, мы отсюда убегаем, пускай они тут живут, размножаются. Гляди, разработчик спустит сюда, и там уже будет сотня кроликов. Хорошо, а этот интересный вход мы проверяли. Тут у нас есть дверь, а это у нас получается оружейно. Мы тут были, поднимаемся наверх. Это был только самый низ. В принципе, интересно. Кроликов отпустили, дальше у нас тут есть костер.
Нормально, у нас стоит лестница, и можно прям под лестницей развести костер. И по идее, если бы был Риао, то лестница просто бы сгорела. Обалдеть. Вот так бы сгорела лестница, и остались бы сам внизу уже просто в тюрьме какой-то. А если лестница, поднимаемся, не очень-то и ровно сделана, и поднимаемся уже на второй этаж. У нас есть много переходов, и сейчас мы это будем смотреть, друзья. Большой костер сразу в большом помещении, овальное помещение, в принципе, прикольно. И, кстати, есть у нас тут, да, мишени. Но нет оружия, то есть нужно спуститься вниз, взять оружие, взять стрелы, копья, и тогда уже вести прицельный огонь по мишеням. Ну, как ты скажу, трудно. Если, конечно, у тебя есть много стрел, много копьев или много палок, и можно вести огонь прям туда. Нет, кстати, не очень-то и точно стрелять вот этот лук, он гораздо не очень точно. Вот современный лук намного эффективнее. Ну, я, как кажется, всего лишь 9 набил. Ох, май га, позорно, позорно. Там была всего лишь восьмерка одна. Идем дальше, поднимаемся наверх. Тут и все, что ли, помещение, и ничего больше нету. Можно подняться еще выше, и тут у нас уже по кругу, возможно, в переходы переходят. Вон, я вижу проход в переход, можно просто по кругу с друзьями тут просто вот так отстреливаться, друг друга поубивать. Просто по кругу можно пробежаться, вот и все. Нет никаких окошек, вот окошки тут подошли бы, в принципе, хорошо. Интересно, а какой у нас вид отсюда? Но только деревья, яхту отсюда видно, в принципе, найс. Вон там абориген красный, который, по идее, исчезает, если видели в начале игры. Есть какой-то остров и дерево. Хорошо, идем дальше, смотрим второй этаж, смотрим переходы и что там интересно разработчик сделал. Сейчас мы посмотрим. Наверное, обойдем вот так вокруг, потому что там у нас лестница мешает. Обходим вокруг, и я вижу, есть переход. Один переход ко второму переходу, есть еще подъем наверх. Чуть погодя посмотрим. Здесь у нас такой переход, и все постоянно приходится почему-то прыгать, потому что сделано все неровно, походу. И тут нужно пригнуться, что пройти нужно... Пригнуться. Ну, нормально сделал. Специально для велипутов. Хорошо, спускаем сюда, и здесь у нас сразу спуск есть. То есть, а тут вообще проход закрыт, или нужно будет как-то еще ниже пригнуться? Что за фигня? Я не смогу пройти к тому переходу, или, возможно, я смогу пройти снизу. Сейчас, друзья, мы посмотрим. Мы спускаемся вниз, и что мы тут видим? Да ни черта, тут ни черта у нас нету. Ни припасов, ни постельки, ни черта нет. Хоть был бы абориген, и то было бы интереснее. Хотя это дело можно сделать, друзья. Мы просто берем мутант, мы нажимаем мутант, и он появляется именно вот тут. А смотри, друзья. И опа, куда он делся? Он, кажется, появился внизу, либо через другую текстурку. Хорошо, поднимаемся выше, и что у нас? Проход закрытый, я не смогу пройти в переход, это очень печально. У нас тут нечем поживиться, мяса нету, но есть костер. Интересно, зачем нам костер? Мы разжигаем костер и поджигаем самого себя. Суицид просто. Проход мы не пройдем и не посмотрим, что там есть. Но можно, в принципе, выйти вот отсюда таким макаром. Сейчас мы это сделаем. Мы делаем вот таким ход конем и пролетаем через верх. Ну, давай, мой друг, пролетаем. Нужно, надеюсь, через верх пролетели. Там, кстати, есть какая-то дырка, то есть можно спуститься будет. Мы прошли вот так. Через, конечно, недочет разработчика. И сейчас мы проходим именно вот тут. Да, и здесь какая-то есть дырка. Есть костер и снова дырка. И тут у нас снова ни черта. Нет, тут у нас спуск все ниже и ниже. И тут у нас есть вход. Вот в чем прикол. Вход у нас два входа, получается. Два входа и два выхода. А вот тот самый абориген, который у нас, по идее, респаунулся. И сейчас мы его на респаун отправим. Какой-то ты пугливый. Хотел наперед, но не получилось. Он бежит на нас. Оп. Нормально стрельнули, и он еще живучий. Гаденыш, стой, ней, стой на месте. Оп, промахнулся. Я хочу тебя убить. Я хочу тебя зажарить. Как прикольно он сдох. Получается, переходы как-то не очень взаимодействуют. Есть все-таки вход, но потом беда, мы не сможем пройти там. Это очень... Очень фигово как-то. Поднимаемся наверх, прохода нету, есть костер, жрать тут нечего, пить здесь тоже нечего. Есть только в главной цитадели, и мы все-таки пролетаем именно туда. Давайте же, друзья, пролетим и посмотрим. Вот сюда мы приземляемся, и сейчас посмотрим уже главную. Главную башню, и что там интересное в ней есть. Так, снова мне нужно и присесть, и привстать. Нормально, сколько всего нужно сделать. И вот мы поднимаемся, и тут у нас есть большой костер, и все, что ли. Это замес освещения. Конечно, можно было сделать освещение и черепки, и...
и люстры, и мне кажется, тут как-то... Ну-ка, есть балкончик какой-то, возможно. Да, балкончик есть, и довольно большой. Большой балкон, и, конечно, можно спрыгнуть от него. Довольно прикольно. Вот так разбегаемся, прыгаем прямо в воду и... в пасть акулы. Там можно, кажется, разбиться. Хорошо, прыгнем уже в конце ролика. У нас есть вот такая еще башня, на которую можно забраться. Надеюсь, там будет интересное что-то. Давай-ка, друг мой, ускоряемся. Дверь, кстати, какая-то сделана просто из камня, и все. Двери тут нету. Поджигать мы уже костер этот не будем, мы поднимемся на сам верх. И мне не терпится все-таки оправдать эту постройку и посмотреть, что-то тут интересное. Кроме костра тут ни черта нету. Поджигаем костер, у нас есть много кроликов в подвале. Там чертовски много кроликов, вот наш кролик. Вот наш кролик разделан, мы по идее его не разделывали, у нас он есть. И тут довольно неплохой обзорчик, но здесь мы, конечно, никого не убьем. Можем просто наблюдать, смотреть, сколько мутантов бегает там, и все. Есть какой-то проход, мизерный проход, есть дырка в крыше, и все, друзья. Хорошо, спускаемся вниз, у нас кролик зажарился, интересно, можно его съесть? Да, друг, мы можем съесть, и можно отправляться, наверное, прыгать прямо в воду. Только, ой, не разбиться. Мы прыгнули слишком низко. Нормально. Ну что, друзья, мы посмотрели эту крепость. Тут, в принципе, можно жить, выживать, но тут нет припасов, но много кроликов внизу в подвале. И есть место для плода. То есть можно подводную лодку сделать и тоже там припарковать. Ну а с вами был Спикер. Увидимся в других роликах. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.